Галантный 18 век. Эпоха блистательных балов, причудливых карнавалов, шутов, фейерверков. Самый модный танец эпохи – контрданс, в котором постоянно сменяется партнер. Огромная империя живет по инерции, пока ее правители, словно в танце, сменяют на престоле друг друга. В России – эпоха дворцовых переворотов. ...1727 год. Два года, как нет Петра Великого. Созданная им империя пока живет по-прежнему, но уже появляются тревожные сигналы. 2 миллиона рублей недособранных налогов, недостроенные корабли на верфях, нехватка довольствия и экипировки в армии, рост взяточничества и волокиты в госучреждениях. Исправить это некому. Страной правит Верховный Тайный Совет. Кучка вельмож, которых более всего заботят собственные интересы. А на престоле – 12-летний подросток. Петр II – сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, внук Петра I. 10 дней от роду лишился матери, в 3 года – отца. Из близких родственников осталась только сестра Наталья, на год его старше. Носил титул великого князя. Как наследник престола не рассматривался, пока у императора были сыновья Петр Петрович и Павел Петрович. Когда они умерли, великий князь Петр Алексеевич остался последним из Романовых по мужской линии. Петр родился и вырос в атмосфере тотальной нелюбви. Его родители не любили друг друга. Дед не любил отца, отец не любил его самого. Нерадивые няньки поили малыша вином, чтобы он не плакал. Потом к нему приставили учителей, но и они оказались плохи. Мальчик почти не умел правильно изъясняться по-русски, говорил на немецком и немного пользовался латынью. И на этом его познания заканчивались. Зато уже к 7 годам он был отлично осведомлен о жизни и развлечениях золотой молодежи. Юный Петр не проявлял интереса ни к армии, ни к флоту, ни к наукам, вообще ни к чему, кроме развлечений. Окружавших его людей это совсем не беспокоило. Наоборот, так им было даже удобнее. Из Петра намеревались сделать карманного царя. Вопрос был только, в чьем кармане окажется этот царь. К моменту вступления Петра II на престол ближе всех к нему оказался светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Именно он, близкий друг и сподвижник великого Петра и его вдовы Екатерины, был на тот момент самым влиятельным человеком в империи. Меньшиков убедил умирающую Екатерину, которая была ему обязана собственной властью, подписать завещание, по которому наследником становился великий князь Петр Алексеевич. Но с условием. По достижении совершеннолетия Петр должен будет жениться на дочери Меньшикова. И тогда могуществу Александра Даниловича не будет пределов. Мнение малолетнего жениха никто, конечно, не поинтересовался. Вскоре после коронации 12-летний Петр официально обручился с 16-летней Марией Меньшиковой. Невеста императора получила титул «Ее императорское высочество» и годовое содержание в 34 тысячи рублей. Петр II не выказывал особой любви к своей нареченной. В письмах он называл ее каменной статуей и фарфоровой куклой. Сразу после обручения Меньшиков поселил юного царя в своем дворце на Васильевском острове, чтобы оградить от нежелательного влияния. Приставил учителя, барона Андрея Ивановича Стермана, он же вице-канцлер, то есть заместитель министра иностранных дел.
Но уроки императора продолжались недолго. Меньшиков внезапно тяжело заболел. Оставшийся без его надзора Петр быстро сблизился с молодым повесой, князем Иваном Долгоруковым, и забросил занятия. Меньшиков проболел полтора месяца. За это время император полностью попал под влияние семьи Долгоруковых. По наущению новых друзей, к которым поспешно примкнул и любимый учитель Остерман, Петр переехал из дворца Меньшикова в Петергоф и расторг помолвку с Марией Меньшиковой. Затем решением специально созданной следственной комиссии Меньшиков был обвинен в казнократстве, лишен всех должностей, титулов, орденов, поместья и имущества и сослан вместе с семьей в город Березов Тобольской губернии. Теперь во главе огромной страны встали князья Долгоруковы и хитрый Остерман. А государь Петр Алексеевич занялся любимым делом – охотой. В отличие от своего прадеда Алексея Михайловича, страстного любителя соколиной охоты, Петр охотился бессистемно и бездумно. Ему было неважно, как и кого загонять. Главное, куда-то скакать с шумом и гиканьем, в окружении охотников, друзей и собак, а потом шумно отмечать в походном шатре очередную удачную гоньбу. Это было бы вполне естественно для его возраста, если бы не сопровождалось постоянными кутежами. О здоровье же его никто не заботился, кроме сестры Натальи. Она единственная действительно любила мальчика-императора и пыталась отвратить его от бесконечных попоек. Но Наталья была больна чахоткой и вскоре умерла. Петр, которого уже некому было остановить, пил наравне с гвардейцами, и к его услугам всегда и везде были любые женщины. Юный император физически был развит не по годам и выглядел старше своих лет. В довершении ко всему Петр II влюбился в родную тетку Елизавету, дочь Петра I. Но жениться на Елизавете Петру никто бы не позволил. Во-первых, такие близкородственные браки категорически запрещала церковь. Во-вторых, любезный друг Иван Долгорукий уже приготовил ему невесту, свою сестру Екатерину. Императору, чтобы вдруг не заупрямился, предъявили доказательства того, что его любимая тетушка Елизавета влюблена в гренадерского офицера из Преображенского полка. Юный император с подростковым максимализмом почувствовал себя преданным и демонстративно переключился на княжну Екатерину Долгорукову, в очередной раз приняв правила чужой игры. А пока при дворе занимались амурами, огромная страна жила сама по себе, практически без управления. Финансы находились в полном расстройстве, в армии началось разложение, международный престиж России падал катастрофически. Из донесений европейских посланников и шпионов при русском дворе: с Россией теперь нет никакого смысла заключать союзнические отношения. Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого. Все живут здесь в такой беспечности, что непонятно, как такая огромная машина держится без всякой подмоги. Огромный государственный аппарат работал по инерции. Центрального управления не было. Даже Верховный тайный совет почти не функционировал. Верховный тайный совет был создан еще Екатериной I, чтобы помогать ей управлять империей, а точнее править вместо нее. Официально считался совещательным органом при монархе. На самом деле решал важнейшие государственные вопросы. При Петре II членами Верховного Совета были 6 вельмож. Граф Гаврила Головкин, 2 князя Голицыны, Дмитрий и Михайло, 2 князя Долгоруковых, Василий Владимирович и Василий Лукич, и барон Андрей Остерман. 14-летний Петр понятия не имел, в каком беспорядке находились дела в его стране,
А князья Долгоруковы, старший Алексей Григорьевич и младший Иван Алексеевич, делали все, чтобы он об этом и не задумывался. У них была четкая цель – полностью подчинить императора своему влиянию, чтобы с его помощью развернуть страну обратно к допетровским порядкам. Петр уже согласился остановить строительство флота. Зачем зря тратить деньги? Перенести столицу из Петербурга в Москву. Вокруг Москвы отличные места для охоты. Оставалось всего несколько шагов. 19 ноября 1728 года княжна Екатерина Долгорукова была объявлена невестой императора. Уже через 11 дней состоялось торжественное обручение. Невесте едва успели сшить платье. Въезжая во дворец, роскошная карета невесты зацепилась за низкие ворота, и на глазах зевак и стоявших в карауле гвардейцев с ее крыши в грязь упало позолоченное украшение. Императорская корона. За полтора месяца до свадьбы, чтобы император не успел опомниться, его непрерывно глушили празднествами и развлечениями. И вот 6 января, за 13 дней до свадьбы, Петр отправился на водосвятие на Москве-реке, стоя, как верный рыцарь, на запятках саней своей невесты. В крещенские морозы он провел 4 часа в легком камзоле. На следующий день император слег в горячке. Сначала думали — простуда. Но вскоре выяснилось, что все гораздо серьезнее. Оспа. Натуральная или черная оспа, вариола вера, в 18 веке была настоящим бичом Европы. В отличие от холеры и чумы, оспа не появлялась как эпидемия, а существовала постоянно. Возникла даже поговорка: «Любовь и оспа минуют лишь немногих». Основным назначением декоративной косметики, которую тогда толстым слоем использовали не только женщины, но и мужчины, была маскировка оспенных рубцов. Ежегодно в Европе заболевало оспой более 80 миллионов человек, 57%. Из них умирал каждый шестой. Образ жизни, который вел император-подросток, полностью разрушил его здоровье. На фоне сильной простуды и ослабленного иммунитета оспа развивалась стремительно. И уже через неделю стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Долгоруковы были в отчаянии. Все их планы рушились. И пока император умирал в Лефортовском дворце, уже украшенном для свадьбы, его друзья Долгоруковы заседали по соседству, судорожно придумывая, как ему держать власть. Решено было подсунуть императору на подпись завещание, по которому престол передавался государыне-невесте, великой княжне Екатерине Долгоруковой. Если бы эта афера удалась, в России сменилась бы правящая династия. Вместо Романовых – Долгоруковы. Но подписать завещание император не успел. 18 января, прямо накануне своей свадьбы, он вдруг пришел в сознание, сказал: «Запрягайте сани. Хочу к сестре». И началась агония. В ночь на 19 января Петр II умер. Тайный совет, 8 вельмож, которые решали важнейшие государственные вопросы, с возмущением отверг аферу Долгоруковых. На русском престоле должны быть Романовы. И если мужская линия закончилась, стало быть, надо обратиться к женской. В линию престола наследия входили две дочери Петра I, Анна Петровна и Елизавета Петровна, а также три дочери Ивана V, рано умершего брата и соправителя Петра: Екатерина Иоанновна, Анна Иоанновна, Прасковья Иоанновна. Анна Петровна вышла замуж за герцога Галштинского, в 1728 году родила мальчика Карла Петера Ульриха и умерла через несколько дней после родов.
Екатерина Иоанновна была замужем за герцогом Мекленбургским, имела 12-летнюю дочь Елизавету Катарину Кристину. Анна Иоанновна была вдовой курляндского герцога, детей не имела. Просковья Иоанновна состояла в браке с генералом Дмитриевым Мамоновым. Верховники ночь напролет решали, кому из дам отдать предпочтение. К 6 утра выбрали Анну, герцогиню Курлянскую. Ей было 37. Она вдовела уже очень давно, жила в захудалой Метаве чуть ли не впроголодь. Сторонников в Москве не имела, особым властолюбием и умом не отличалась. Почему бы не сделать из нее декоративную императрицу? И чтобы не вышло никакой неожиданности, верховники составили список условий, кондиций, которые Анна должна была подписать еще до вступления на престол. Согласно этим кондициям, императрица не имела права объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, расходовать государственную казну, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, подписывать смертные приговоры дворянам, а также вступать в брак и назначать наследника престола. Все это мог делать только Верховный Тайный Совет, а императрице оставалось распоряжаться лишь карманными деньгами и командовать только дворцовой охраной. Утром 19 января 1730 года народу объявили о смерти императора Петра II. В это же время из Москвы в Метаву отправилась делегация. Через 9 дней Анна Иоанновна поставила свою подпись под текстом кондиций. С этого момента в России менялся общественный строй. Вместо самодержавия – олигархия. Анна прибыла в Москву. Ее встретила гвардия, преображенцы. Анна тут же объявила себя шефом преображенского полка, дала аудиенцию офицерам. И узнала много нового и интересного. Оказывается, в Москве все были весьма возмущены кондициями. Никого не устраивал переход власти в руки нескольких аристократов. Возникла дворянская оппозиция Верховному Тайному Совету, к которой примкнула гвардия. Еще недавно забытая всеми герцогиня захолустной Курляндии, теперь без 5 минут российская императрица Анна Иоанновна почувствовала свою силу. И собрав в аудиенц-зале гвардию и всех верховников, торжественно разорвала поднесенные ей кондиции. Через неделю был упразднен Верховный Тайный Совет. И еще через месяц отец и сын Долгоруковы отправились в ссылку в сибирский Березов, где годом раньше умер их заклятый враг Меньшиков. Но в самую первую очередь, на следующий день после воцарения, императрица затребовала из казны драгоценности, конфискованные у семьи Меньшикова, и отобрала себе из них украшений на 23 тысячи рублей, 138 миллионов в современном эквиваленте. Вызвала к себе молодого, подающего большие надежды архитектора и забрусевших итальянцев Бартоломео Растрелли и поручила ему строить 2 новых дворца – зимний деревянный в Кремле и летний каменный на Яузе. Надо было обустраиваться на новом месте. Следом за Анной Иоанновной в Москву прибыл ее камергер Эрнст Берон. Курлянский дворянин Берон был фаворитом Анны. Она жила с ним как с мужем, совершенно не смущаясь тем обстоятельством, что Берон женат и у него 3 детей. А младший сын Карл Эрнст, по всей вероятности, был рожден самой Анной. И поэтому она взяла мальчика с собой в Москву. А чуть позже приехала официальная жена Берона со старшими сыновьями. И все вместе они составляли странную, но дружную семью новой российской императрицы. Распорядок дня Анны Иоанновны. Около 8 утра она пила утренний кофе, с 9 до 10 работала, принимала министров, подписывала указы. Затем в манеже с Бероном занималась верховой ездой. Около полудня обедала вместе с Бероном, его женой и детьми. После обеденный сон занимал около часа. Все остальное время посвящалось развлечениям. Анна Иоанновна часами глазела в окно, или играла в карты с придворными,
или просто слонялась по дворцовым комнатам. Возле каждого окна во дворце было приготовлено заряженное ружье, чтобы императрица могла в любой момент выстрелить в пролетающую мимо ворону. Она стреляла не только по воронам. Она часто ездила на охоту и поднимала на рогатину медведей. Развлечениям при дворе уделялось особое внимание. Начали ставить итальянские спектакли, оперы, комедии дель'арте. Возникла первая в России балетная школа. Но в то же время Анна любила наблюдать за драками шутов и карликов. Шуты при русском дворе известны, по крайней мере, со времен Ивана Грозного. У Алексея Михайловича был умный и язвительный шут-горбун Валтазар, прекрасный шахматист. Шутами Петра I считались бывший прапорщик Преображенского полка Иван Балакирев, своими остротами доносивший до царя серьезные мысли, и ученый еврей-выкрест Ян да Коста, который вел с царем богословские споры. Но никогда институт придворных шутов не достигал такого размаха, как при Анне Иоанновне. Ее шутами были помимо Балакирева и Дакосты музыкант-итальянец Пьетро Педрилло, а также разжалованные в шуты аристократы – князь Никита Волконский, князь Михаил Голицын и граф Алексей Апраксин. В увеселительный штат входило также 10 лилипутов, одна калмычка, две эвенкики и несколько убогих – инвалидов. Постепенно императрица вошла во вкус и стала закатывать при дворе грандиозные праздники. Ужины на несколько сот гостей, маскарады с иллюминацией и фейерверками. Не терпела только пьянство. Много лет назад ее супруг, молодой герцог Курлянский, умер от алкогольной интоксикации сразу после свадьбы, попытавшись пить наравне с Петром Великим. Для государственных дел императрица учредила кабинет министров, аналог Верховного Тайного Совета, но в другом составе. Из бывших верховников уцелел только хитрый Андрей Иванович Эстерман. Именно он стал серым кардиналом в правительстве Анны Иоанновны. Сама она делами почти не занималась, зато в деятельность кабинета постоянно вмешивался Берон, получивший титул герцога Курлянского. Один из кабинет министров, Артемий Волынский, говорил: «Государыня у нас дура, и резолюции у нас никакой не добьешься. И ныне у нас герцог, что захочет, то и делает». Волынский пытался бороться с Бероном и был казнен по обвинению в попытке переворота. Анна Иоанновна панически боялась возможных переворотов и заговоров. Установила слежку за царевной Елизаветой Петровной, возможной претенденткой на престол. Возродила тайную канцелярию, орган политического сыска, созданный Петром и ликвидированный при Екатерине I. В основном тайная канцелярия, государынина ока, занималась делами об оскорблении чести и я императорского величества. Агенты канцелярии были повсюду. Поводом к аресту могло стать неосторожное слово, особенно если оно касалось личной жизни императрицы. Основным методом следствия были допросы с пристрастием – пытки. За 10 лет правления Анны Иоанновны через застенки тайной канцелярии прошло около 28 тысяч человек, из которых 20 тысяч были сосланы в Сибирь и на Камчатку, 5 тысяч пропали без вести, 2 тысячи умерли во время следствия и более тысячи были казнены, в том числе трое князей Долгоруковых. Угроза государыне исходила и от гвардейцев, в особенности от Преображенского полка. Как возвели на трон, так могли бы и свергнуть. Противовес Преображенскому полку Анна Иоанновна основала новый лейб-гвардейский полк – Измайловский, офицеры которого набирались из лифлянцев и курлянцев. Измайловцы стали охранять императорский дворец, а преображенцев Анна Иоанновна отправила подальше от Москвы – на войну с турками. Результатом войны стал Белградский мир 1739 года, по которому Россия снова получала Азов и небольшие территории правобережной Украины вдоль Днепра. При этом не имела права держать ни военный, ни торговый флот на Черном и Азовском морях. Потери русской армии составили 46 тысяч человек. Из них в бою погибло около 6 тысяч и 40 тысяч из-за плохой организации переходов, от жаркого климата и дурной воды,
как было доложено императрице. Анна Иоанновна не пожелала вникать в происходящее. Она была очень рада, что четырехлетняя война наконец закончилась. Императрица занималась переездом из Москвы в Петербург. В Москве в 1737 году случился страшный пожар. Выгорели Кремль, Китай-город, Белый город, часть Земляного города. То есть почти все в пределах современного бульварного кольца. В Кремле в Литейной яме стоял царь-колокол, уже готовый к подъему. От пожара загорелись деревянные веса над ним. Пожарные залили все это водой, и от перепада температур колокол лопнул. Тогда же полностью сгорел Анингоф, зимний дворец Анны в Кремле. Ровно через полгода императрица уже отмечала свой день рождения в Петербурге в новом зимнем дворце, построенном Растрелли. 138 парадных апартаментов, украшенных позолоченной резьбой, лепниной и живописными плафонами. Годовая смета расходов при Анне Иоанновне. На содержание царского двора 260 тысяч рублей. 1,5 миллиарда в современном эквиваленте. На конюшне герцога Берона 100 тысяч рублей, 600 миллионов. На мелкие личные нужды императрицы 42,5 тысячи рублей, 255 миллионов. Почти столько же, сколько на булавки Анны Иоанновны тратилось на содержание Академии наук с типографией. Около 47 тысяч рублей, 282 миллиона современными деньгами. И в 10 раз меньше на народное образование. 4,5 тысячи рублей, 27 миллионов. Самой дорогой и грандиозной забавой императрицы стала свадьба шутов в Ледяном доме. По прихоти Анны Иоанновны ее шут, 53-летний князь Михаил Голицын, женился на придворной калмычке 20-летней Авдотье Бужениновой. Этот праздник обошелся казне в 30 тысяч рублей. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом был выстроен дом длиной 17 метров, высотой 3 метра, целиком из ледяных плит. Впереди дома стояло 6 ледяных пушек и 2 мортиры. У главных ворот 2 дельфина и слон, из пасти которых била горящая нефть. Все внутреннее устройство, включая мебель и посуду, тоже было сделано изо льда. Перед свадьбой по улицам города под звуки рожков и балалаек прошло маскарадное шествие, для которого со всей страны были свезены представители разных народов, от ненцев до украинцев. Несчастные жених и невеста ехали в особой клетке, установленной на слоне. После свадьбы их оставили в спальне ледяного дома под охраной гвардейцев. Из донесения французского посла де ла Шатарди. Только в этой стране можно увидеть такую забаву. Как в ледяном доме молодых положили, тогда баню затопили соломою. Необыкновенное сияние сквозь блестящийся лед со всех четырех сторон и сквозь ледяную крышу так велико, что все смотрящие безмерно тому удивлялись. Не до веселья было только цесаревне Елизавете Петровне. В последнее время императрица даже не пыталась скрыть свою ненависть к юной красавице-царевне. К тому же Елизавета пользовалась авторитетом у гвардейцев. У одних она крестила детей, другим помогала деньгами, но главное – она была дочерью Петра Великого. Анна Иоанновна уже подумывала отправить Елизавету в монастырь, подальше от трона. Анна Иоанновна желала закрепить на престоле линию своего отца, Ивана V, брата и соправителя Петра. Наследником русского престола Анна объявила будущего сына своей 14-летней племянницы Елизаветы Катарины Кристины, которого та когда-нибудь родит в браке с каким-нибудь принцем. Девочка приняла православие с именем Анна Леопольдовна. В 20 лет ее выдали замуж за герцога Брауншвейгского Антона Ульриха, специально вызванного в Россию. И вскоре у пары родился сын Иоанн Антонович. Едва августейшему младенцу исполнилось 2 месяца, Анна Иоанновна вдруг сильно заболела.
Из-за увлечения верховой ездой обострилась ее давняя почечно-каменная болезнь. Началось воспаление, и спустя всего две недели после первого приступа, 17 октября 1740 года, 47-летняя Анна Иоанновна умерла. Перед смертью она подписала завещание, по которому регентом малолетнего императора Иоанна Антоновича назначался герцог Курлянский Эрнст Иоганн Берон. В народе Анна Иоанновна оставила о себе недобрую память. Время ее правления считается мрачным и тяжелым. Шуты, немцы и тайная канцелярия. Однако именно при Анне Иоанновне начал складываться тот образ Петербурга, который существует сейчас. Петропавловский собор, здание 12 коллегий, кунсткамера, первоначальный вариант Адмиралтейства с высоким шпилем, а также основная часть фонтанов и скульптур Петергофа. Все это было создано в 30-е годы по проектам великих итальянцев Растрелли и Трезини. Тогда же в России впервые появился итальянский музыкальный театр. Типография Академии наук издавала регулярную газету «Санкт-Петербургские новости» и первые русские журналы. Комментарии Санкт-Петербургской академии наук, ежемесячные исторические и географические приложения к ведомостям. Уже писали свои оды Тредяковский и молодой Ломоносов. Правда, императрица сама всем этим не особенно интересовалась. Ей по душе были забавы попроще. И сама она была, по большому счету, обычная помещица Анна Ивановна, которую случайно занесло на престол Российской империи. Спустя две недели после ее смерти все заведенные ею придворные порядки и выстроенные планы рассыпались, как карточный домик. Герцог Курлянский, Эрнст Иоганн Берон, бывший всесильный фаворит императрицы Анны, в роли регента при императоре-младенце не устраивал никого. И в дело опять вмешалась гвардия. В ночь на 9 ноября 1740 года фельдмаршал Бурхард Кристоф Мених с 80 гвардейцами двинулся к Зимнему дворцу, занял все входы и выходы и послал своего адъютанта Манштейна захватить Берона. По рассказу Манштейна, герцог спокойно спал. Когда его разбудили, он попытался спрятаться под кроватью, но солдаты тащили его наружу. Тогда он, желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево. Солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом и снесли его голову до гауптвахты и положили в ожидавшую там карету фельдмаршала. Его несли через покои, где в гробу все еще лежало тело Анны Иоанновны. К 6 утра в России сменилась власть. Регентом при младенце-императоре стала его мать, 21-летняя Анна Леопольдовна, которую даже не блиставшая умом покойная императрица признавала на редкость бестолковой особой. Анна уже несколько лет была без памяти влюблена в саксонского посланника графа Линара. В нем теперь видели нового Берона. Готовясь вступить на должность обер-камергера при русском дворе, Линар ненадолго отбыл в Саксонию, чтобы уладить там свои дела. Но пока он ездил в России, снова сменилась власть. Российский престол заняла дочь Петра I, царевна Елизавета. О том, что готовится переворот в пользу Елизаветы, знали очень многие. К Анне Леопольдовне ежедневно приходили с докладами о заговоре, но она с поразительным легкомыслием не обращала на это внимания. Наконец, она все-таки решилась серьезно поговорить с цесаревной, которая была ее старше на 10 лет и приходилась ей двоюродной тетушкой. Этот разговор сыграл роль катализатора. Елизавета поняла, что отступать ей некуда, и через сутки она с несколькими доверенными людьми в золоченой керасе поверх пышного платья явилась в казарму гвардейского Преображенского полка. «Помните ли вы, чья я дочь?» – спросила Елизавета. «Готовы ли умереть за меня?» «Готовы, матушка!» – восторженно заревели гренадеры. Итак, Елизавета отправилась на штурм Зимнего. Однако штурма не получилось. Дворцовый караул перешел на сторону дочери Петра Великого. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны со словами: «Сестра, пора вставать». В спальню младенца Иоанна Антоновича были посланы гвардейцы.
Новая императрица строжайше запретила им будить ребенка. Сама взяла его на руки, поцеловала и сказала: «Малютка, ты ни в чем не виноват». Что с ним делать в тот момент, не знали. Так, с ребенком на руках, Елизавета из Зимнего дворца поехала в свой дворец. Младенец-император Иоанн VI Антонович станет железной маской на русский лад. Всю жизнь он проведет в изоляции. Сначала в Ораниенбурге, потом в Холмогорах и, наконец, в одиночной камере Шлиссельбургской крепости под именем «Безымянный узник». Все время заключения он будет полностью лишен общения даже с надзирателями. И в возрасте 24 лет при попытке прапорщика Мировича освободить его погибнет от рук охраны. Его родители тоже остаток жизни проведут в заключении в Холмогорах, чтобы ни у кого не возникло соблазна вернуть их на престол. Но сразу после переворота еще никто не знал, что делать со свергнутым младенцем и его семьей. У Елизаветы были другие заботы. Первым делом она объявила, что намерена восстановить все порядки и государственные институты, которые были при батюшке, то есть при Петре Великом. В качестве высшего законодательного и судебного органа был восстановлен Сенат. Кабинет министров упразднен. В дальнейшем Елизавета очень строго следила за тем, чтобы никто из ее советников не пытался взять слишком много власти и, упаси бог, не навязывал императрице свою волю. Не случайно во время коронации, необыкновенно пышной и торжественной, Елизавета, первой среди русских монархов, сама возложила на себя императорскую корону. Иностранные резиденты, помогавшие ей совершить переворот, очень скоро были разочарованы. Елизавета не собиралась плясать ни под чью дудку. После того, как ей в руки попали письма ее старого друга, французского посланника Шатарди, где он пишет о ней: «Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит. Слабость и непостоянство – вот суть всех царицыных поступков». Маркиз был в 24 часа выслан из страны. Новая императрица не забывала тех, кому она обязана короной. Гвардия. Свою охрану Елизавета Петровна поручила избранным гвардейцам – лейб-компании. Лейб-компанией называлась сверхэлитная воинская часть, образованная из 300 гренадеров и 64 заротных чинов, которые возвели Елизавету на престол. Лейб-компанцам было позволено абсолютно все. На часах они стояли из рук вон плохо – напивались, засыпали, могли вообще покинуть пост. Но императрица им все прощала. Сама она была капитаном лейб-компании, а офицерами числились ее друзья и приближенные, в том числе братья Петр и Александр Шуваловы и Алексей Разумовский. Алексей Разумовский не был сенатором, не возглавлял никаких учреждений. Он мог бы стать самым влиятельным человеком в стране, если бы захотел. Но он был благодушен и совершенно лишен честолюбия. Зато сумел составить личное счастье императрицы. Казачий сын из села Лемеши под Черниговым, Алексей Разумовский обладал прекрасным лирическим тенором и был необыкновенно хорош собой. Разумовский никогда не лез в политику, но всегда был рядом с Елизаветой. Добродушный, спокойный, надежный. Они очень любили друг друга и были вполне счастливы. Разумовский приохотил Елизавету к украинской кухне. Борщ с чесноком и галушками ей готовили едва ли не ежедневно. Вообще императрица очень любила хорошо поесть и имела свои привычки. Например, могла выпить чарку водки с редькой, есть жирное на ночь и пить много кофе. Личный кофешенки Елизаветы Карл Сиверс был обязан следовать за ней повсюду, чтобы варить ей кофе. Особенно же императрица обожала сладкое. Специально выписанные из Франции и Италии кондитеры возводили из конфет, пирожных и мармелада фантастические сооружения, от которых ломились столы на пирах.
не слишком здоровым был и режим дня императрицы. Так же, как когда-то ее мать Екатерина I, Елизавета жила преимущественно ночной жизнью. Ей трудно было успокоиться и уснуть после шумных балов. К тому же, она боялась возможности ночного переворота. Поэтому Елизавета никогда дважды не ложилась спать в одной комнате. В ее апартаментах не заканчивался ремонт. Прорубались новые двери и окна, переносились лестницы. Все было рассчитано на то, чтобы предполагаемые заговорщики запутались. Однажды она даже отказалась подписывать трактат из-за того, что на ее перо села бабочка. Придворное расписание на неделю было закреплено особым указом. По понедельникам во дворце играет музыка танцевальная, по средам – итальянская. По вторникам и пятницам даются театральные представления. Елизавета обожала балы и маскарады и могла танцевать хоть сутки напролет. Особенно она любила устраивать маскарады, на которые велено было мужчинам приходить в женском платье, а женщинам в мужском. Все участники таких маскарадов обычно выглядели нелепо и смешно, кроме самой Елизаветы, обладательницы необыкновенно стройных ножек. Императрица вообще была очень красива, причем возвела собственную красоту в некий культ. Все обязаны были ею восхищаться. Никто из придворных дам не смел хоть в чем-то превзойти императрицу. Если фрейлина удачно украшала прическу, Елизавета могла лично срезать это украшение вместе с прядью волос. При дворе существовал диктат моды. Императрица регулярно издавала особые установления, в чем следует являться на балы и праздники, с указанием фасонов, цветов и отделки. Все торговцы, привозившие из-за границы дорогие ткани, обязаны были в первую очередь показывать их Елизавете, чтобы она могла отобрать самое лучшее. Платье она никогда не надевала дважды и часто меняла наряды по нескольку раз за вечер. Гардероб императрицы составляли около 15 тысяч платьев, несколько тысяч туфель и по меньшей мере два сундука шелковых чулок. В моде был стиль рококо и пышные платья на версальский манер, с тонкой, затянутой в корсет талией и огромными юбками на фижмах, каркасах из китового уса. На голове с помощью шиньонов сооружались сложнейшие прически до 60 сантиметров в высоту. В виде причудливых шляп, цветочных клумб, даже кораблей и ветряных мельниц. В волосах закреплялись колбочки с водой, в которые вставлялись живые цветы. На ночь рекомендовалось надевать на такие прически чипцы, чтобы в волосах не заводились вши. Для красоты императрицы нужна была достойная оправа. И тут Елизавете очень пригодился радостный гений Растрелли-младшего. Сын знаменитого скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Архитектор Бартоломео Франческо, или Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, стал едва ли не единственным зодчим в русской истории, чьи самые смелые замыслы и дорогостоящие проекты были воплощены в полном объеме именно при Елизавете. Новый Зимний дворец, Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Царско-сельский дворец. Все это стоило огромных денег. Один только дворец в Царском селе обошелся в 1 600 000 рублей. 9 миллиардов 600 миллионов на наши деньги. Налоги доходили до казны только в половинном размере. Остальное раскрадывалось чиновниками. Катастрофически не хватало монеты. Чеканный станок работал, не прекращая. Подданные не верили в спокойное житье и поэтому прятали серебряную монету в кубышке. Каждый год приходилось ее дочеканивать, но она уходила как в песок. На руках скопилось до 54 миллионов, но их не пускали в оборот. Боялись. Целые отрасли, например, соляное дело, невероятно доходное по тем временам, ибо соль была единственным консервантом для продуктов, отдавались в монополии крупным вельможам, таким как Петр Шувалов. Невероятные размеры приобрела коррупция. При Елизавете практически все министры состояли на параллельном жаловании иностранных дворов. Наиболее известный поборами союзников канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов, который, по словам молодой Екатерины II, продавался первому же покупщику.
Сама государыня, нуждаясь в деньгах, охотно подписывала так называемые субсидные конвенции, о чем часто сообщали своим дворам дипломаты. Согласно этим неравным договорам, Россия вступала в ту или иную войну на стороне того, кто предлагал ей субсидию, но не имела при этом права участвовать как сторона в мирном договоре, что очень обижало Елизавету. Елизавета Петровна подписала указ об отмене смертной казни. Целое поколение выросло в стране, где не применялась смертная казнь, и кнут не мог коснуться благородного. Первое поколение непоротых дворян. Медленно, но верно развивалась внутренняя торговля. Появились первые банки, предоставляющие желающим кредиты под 6% годовых. Количество промышленных предприятий увеличилось в 4 раза. Одного чугуна выплавлялось 2 миллиона пудов, в 1,5 раза больше, чем в Англии. И больше половины железа продавалось на внешнем рынке. Население страны увеличилось за четверть века на 5 миллионов. Елизавета мучительно переживала приближение старости. И когда притирание и косметика перестали помогать, она прибегла к сильнодействующему средству. Увлеклась камер-пажом Иваном Шуваловым, который был на 18 лет ее моложе. Увлечение переросло в настоящую любовь. Разумовский все понял одним из первых, и без скандалов и выяснения отношений тихо удалился в одно из своих имений. Новый фаворит оказался под стать старому. Был спокоен, кроток и добродушен, абсолютно предан своей императрице. При этом он не требовал от нее ни чинов, ни денег и не лез в политику. Но в отличие от Разумовского, Шувалов получил прекрасное образование, переписывался с французским философом Гельвецием и целью своей жизни видел способствовать развитию русского образования и культуры. Именно с его подачи Елизавета подписала указ об учреждении Академии художеств и Московского университета. Но жизнь веселой императрицы состояла не только из балов, праздников и изящных спектаклей. У нее было одно серьезное, очень модное тогда увлечение – внешняя политика. В 40-е годы воинственный король Пруссии Фридрих II захотел играть ведущую роль в европейской политике и диктовать остальным свою волю. Этому воспротивились крупнейшие континентальные державы, и против прусского короля сложилась вдвое превосходящая его по силам мощная коалиция. Мария Терезия, императрица австрийская, Елизавета, императрица российская, и мадам Помпадур, фаворитка французского короля. Известный женоненавистник Фридрих II упражнялся в остроумии, придумывая для антипрусской коалиции названия, из которых самым пристойным было «Союз трех нижних юбок». Разгневанные дамы начали войну, которая войдет в историю под названием «Семилетний» и станет одной из самых крупных войн Европы. Россия вступила в войну сразу после Австрии в 1757 году. Несколько сражений в Восточной Пруссии заставили Фридриха сказать: «Русского солдата мало убить, его нужно еще и повалить». И русские солдаты почти полностью уничтожили его армию. Восточная Пруссия получила статус российской провинции, ее население присягнуло новой императрице. Через 3 года после начала войны русские войска, хотя и ненадолго, взяли Берлин. Еще через год положение короля Фридриха стало катастрофическим. Но внезапно военные действия остановились. В рождественский сочельник 24 декабря 1761 года Елизавета поняла, что умирает. Всю жизнь она панически боялась даже слова «смерть», но теперь была совершенно спокойна. Императрица исповедалась и причастилась. Мирно простилась с родными и близкими. Успела дать последний совет наследнику Петру Федоровичу и его жене Екатерине: «Живите дружно». На следующий день, в Рождество, Елизавета умерла. В гробу она лежала в серебряном платье с кружевными рукавами, с золотой короной на голове.
безмятежная и красивая, почти как в молодости. А все, кто был на похоронах, с недоумением наблюдали за странным поведением нового императора Петра Федоровича. То он шел слишком медленно, то бежал почти в припрыжку, кривлялся, хихикал. Шептались, что он отозвал войска из Пруссии и уже предложил королю Фридриху II, своему кумиру, заключить мир без всяких уступок и контрибуций. И его совсем не смущало, что тысячи русских солдат погибли зря. Сомневались, здоров ли государь. Опасались, что безумец на троне может натворить немало бед. Ясно было одно. Нескончаемый праздник, ослепительный Елисавет, изящные танцы и сияние свечей в зеркалах – все это осталось в прошлом. И глядя на супругу Петра III, Екатерину Алексеевну, при дворе многие мечтали продлить прекрасную эпоху, заменив безумного императора юной императрицей.